Традиция объединенных телемарафонов сейчас актуальна как никогда. В тот момент, когда тысячи медиков находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, самое время сплотиться и выразить слова благодарности. Участвуют телекомпании крупных городов области. Телеканал «Актис» всегда поддерживает подобные проекты. Кроме того, в нашем эфире выходят специальные репортажи, интервью, социальные проекты. Один из них – тест на человечность. Этот проект объединил медиков, волонтеров и горожан, которые столкнулись с коронавирусом. Все журналисты Иркутской области, телекомпании забудут о конкуренции и объединятся для того, чтобы сказать спасибо врачам. Для телемарафона мы подготовили серию материалов, которые покажем в нашем эфире с участием врачей, волонтеров, предпринимателей, которые поддерживают сегодня докторов, простых горожан, которые уже столкнулись с этим недугом, переболели и хотят выразить свою благодарность медикам. Ну и также планируется участие руководителей округа и представителей медицины. На связь с ведущими телемарафона выйдут и представители региональной власти. Кроме того, в эфире продемонстрируют кадры из больниц, где лечат людей, страдающих от коронавирусной инфекции. В том числе и в трансляцию будет включен репортаж нашего корреспондента, который работал в красной зоне. Сейчас входим в красную зону, но мне два слоя перчаток. Обратите внимание, здесь повязан скотч. Это необходимо для того, чтобы вирус не проник. В среднем за один заход в одномоментно врачи ходят в таких костюмах более 4 часов. Вот я нахожусь в нем 5 минут, дышать уже практически невозможно. В общей сложности объединенный телемарафон будет длиться 8 часов. Его цель – показать обществу, что врачи сейчас испытывают запредельные нагрузки и зачастую рискуют своей, чтобы спасти жизни пациентов. Телемарафон пройдет при поддержке правительства Иркутской области. Прямое включение из Ангарска смотрите в 16:15 на телеканале «Аист». А уже в понедельник в программе «Местное время» мы покажем подробный репортаж с марафона. Яна Попова, Александр Бычков. «Местное время».